Сочи в последние годы удивляет и горожан, и туристов своим зеленым убранством. По муниципальной программе в городе появились красивые клумбы, и вот сейчас, ко дню города, их станет еще больше. А прежние будут обновлены. Проявили инициативу местные озеленительные фирмы. Они к нам обратились с просьбой о рассмотрении и выделении конкретных мест, где бы это было уместно, где это нужно. Это исключительно желание поучаствовать в убранстве города, как-то себя показать, что ли, наверное, так надо сказать. Показать себя – это значит продемонстрировать всем жителям, как можно интересно оформить все клумбы в городе. По погодным условиям сейчас благоприятное время для посадочных работ. Это хорошие условия, которые не требуют дополнительных расходов по поливу, дополнительных расходов по ухаживанию. Как раз вот адаптированные растения, которые в осенний период, весенний период высаживаются замечательно. Применяются растения клестемоны, фатинии, можжевельники, летние растения, многолетние растения, плющи, много всего. Дизайнеры решили, что здесь, на улице Воровского, нужна альпийская горка. Для этого привезли белый камень и ряд растений из европейских и российских питомников. Через пару дней клумба будет готова. Фирма в течение года обязуется ухаживать за цветниками. Елена Овсецина, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.